Я тебе могу сказать, что Давай. пришел. Хорошо. Сейчас я подниму тут Twitch немножечко. Мы наблюдаем, ну, тут как раз и Диаблер, и Аганаш одновременно решили походить от гады. Так. Твич у нас опять нас покинул. Твич опять нас покинул. О, топовая игра. Да, это просто гранд-финал турнира. Все, Твич поднялся. Наслаждайтесь ходом Диаблера. Или ходом Dirty Player. Вот тут надо только вот так сделать. Все, то, что... Бухгалтер, почему тебя не кормят там? Я обязательно передам. О, от тебя грязи этот вопрос. А, что с битрейтом? С битрейтом все в порядке. Стоит тыщенка. Это лучше, чем стояло вчера и позавчера. Там вообще стояло по 500. И как-то не жаловался народ. Так что радуйтесь, тыщенки. Отрабатывать матрас в зале. А вот тут что-то как-то на этом... Мне кажется, просто этот ноут не особо хочет тянуть стрим. Второй, который у Зефирини. Потому что тут что-то битрейт на одном ноуте нормально, а на другом что-то в говне. Блин. Надо пикаблер. Пека. 26. 24, 37. Вроде так. На самом деле не помню, но ладно, если что, потом проверю. Возможно, я просто сейчас после этого хода переключу на свой стрим Dirty. Потому что, чтобы был более-менее нормальный битрейт выдавал и... Че, ой. Адмирал тоже не в здравии на этом турнире. Пиксели с кулак, говоришь? Сейчас посмотрим, какие тут пиксели с кулак. Ну да, качество, конечно, не самое лучшее. Гусяблера. Ну ладно, я поэтому сейчас попробую перевести этот гусяблера на другой стрим, а сюда перетащить Dirty Player.
4К транса, даже количество юнитов видно. Вроде все. Мне просто не очень удобно туда к дёрте все время тащиться. И потом еще возвращаться на Диаблера. Поэтому надо действительно сейчас будет переключить, скорее всего. Посмотрим дёрте, как он будет заниматься отжиранием центра. И что сможет противопоставить Амилу такому красивому Саумиру. Сейчас посмотрю, а чтобы вас не гонять туда-сюда, где больше народу, там и... Там и останется стрим Dirty. Ну, на моем. Тогда сейчас сюда переведу Dirty плеера, а... Так. Окей. Так. Идем. Какой там Dirty плеер? Пароль. А, то есть пароль, по идее, должен сохраняться. Ага, все, переподключились мы к Dirty Player. То есть у нас теперь Dirty Player на двух стримах. И там, и тут. Так эта игра столько вообще не турнирная. Да, это не турнирная, естественно, игра. Это... Панка, Мега Бэд Гейм. Не знаю на сколько, не знаю на что, но они сели покатать. И так как транслировать особо больше нечего, то... А тогда я просто действительно... Вот вопрос, скажите, вы хотите смотреть Пикаблера на Анархии, или вам это нафиг не надо? Да, постараюсь глянуть, как там у Хэллайта. Как там у Хэллайта. И постараюсь обязательно сообщить. Постараюсь обязательно сообщить вам. Все, в общем, я перевел сюда Dirty на этот стрим. Я думаю, вам... Ага, сейчас я сделаю получше только. Сейчас я вам сделаю только получше. Да, тут, к сожалению, похуже получается. Дёрть так. То есть, получается, надо как-то...
Да, то есть как-то вот так максимально я могу сделать. То есть тянуть вам по экрану. Больше, к сожалению, не получается. Так. Все, с одним я разобрался. Теперь с другим. Да, можно переходить на мой стрим. Там будет получше качество Dirty Player против Амилу. По поводу Дьяблера. Дьяблера. Дьяблера я могу вывести на другой стрим, который от Зефира. Ладно, я его выведу в любом случае. Что уж там. Зря, что ли, я бегал к нему. Все это делал. Тут получилось даже и к Дёрти зайти, и к Дьяблю. Вот интересно, на одном комбе так можно, а на другом нет. Интересно, интересно. Так, когда это закрываем. А... Вот это делаем меньше. Делаем меньше. Только меньше. Ну, как-то вот так. Все. Все разобрался, все теперь хорошо, вылетать не должно. Можно теперь посмотреть наконец-таки окончательно за и стрим Dirty Player и покомментировать его. Кому интересно посмотреть партию Диаблера против Таганаша на втором стриме. Сейчас я там обновлю описание. Описание я обновлю. Настройки чата. Закинуть. Так, а у Дёрти уже ход начался. Сейчас сек. Обновляю описание. Ну, а что такого? Вас же двое было. Ну, я теперь один. Почему? Ну, потому что. Вдвоем это веселее? Нет. Почему? Потому что.
Потому что одному тоже весело, так как тут. Все, смотрим. Смотрим. В общем, собирается Дёрти, я так понимаю, пробивать этих коней, которых не пробил Амилу. Фотоотчет с СНГ планируется? Да, он уже есть. Фотоотчет первых дней. Сейчас я могу даже кинуть ссылочку, где полная информация по СНГ есть. Вот. Так. Решил сделать последний, что он может. Пропиариться за счет СНГ. Ну, конечно. Я могу спокойно делать две вещи, которые я умею делать хорошо. Бухать и стримить. Почему у Митраэля всего два вида нарисовано? Три. А, ну, потому что, наверное, еще не обновили. Ну да, еще просто не обновили. Где фотки, кстати? На Heroes 3 TV. Там порядка 60 фоток, то, что вчера фоткал, ребят, закинули. Тут, короче, была финалка. Амил вот купился с двумя ангелами и тремя дьяволами. По сути, Амилу выходил тупо через гигантов, там, с ГС, 8 дьяволов и чуть-чуть шурмы. Два ангела и Гоги. Гоги отмарали, умерли. Ну да, Дёрти пришел тут и покарал. Угу. И вот, короче, Дёрти, так понимаю, сейчас отжирает центр, а от Милу уже мы не стали подключаться, потому что там технические проблемы с этим тимвьюером. Скажи, человек, у тебя там в партии, а то тут просят. Нам, ну, рассказал отчасти, что ты там центр контролируешь? Ну да, более-менее контролирую центр. Доги нет? Нету. Убил родного компа, из него выпали сапоги-перчатки. Сказал. Вот, смог отстроить, благодаря взятому на 1.1.7, кромнику 20-ки, в обоих городах. Миша. Сейчас купил мышек, чуть-чуть птичек, докачал 10 только что землю, готовлюсь разбиваться, конце ближайший. После концы не уверен, куда буду дальше передвигаться, потому что есть в жопе моего респа еще две концы, но очень далеко. Смотри, чем хреначит гремлинов через... Вообще красавчик, Дёрти. Че гремлин? А, через... Да, 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 да. Следующим ходом хаст и опять силовое поле расстрел. Дёрти ничего не было, кроме этого. Ну, я так понимаю, да, потому что мы не успели немножко на финалку и на этот балс во второй части только глянули. Тупо силовое поле и гремлины все расстреливают нафиг. Ну, он так рассказал. Точно так же брал концу. Вообще жесть. А какой у нас пар? 14-е. Ну да, то есть сейчас. Что-то как-то было не очень. X2. Ну даже X3 дамидж. Ну, нет. У него 1-2 у них дамон. Ну а так 3. Становится точно 3. То есть это. Ну да. Больше, чем полтора раза. Больше, чем. В любом случае, если это по пятихатке они всего наносят, я думаю, они побольше будут дамажить. Чуть цепуху он, восьмерку не тянуть. Это не стрельба, ну, сейчас маг. Сейчас здесь мана, конечно, приличная стоит. Ну, в принципе, ладно, там подорка, мне кажется, будет очень жирная. Ну, я думаю, что да, это как бы
Должно того стоить. Мама без поиска за... Нет, Амилу мы не то чтобы уговорить на картинку, там технически просто не получается сделать картинку, там все к чертям сломалось. А, не показывается, сколько раз приходится самому считать. Но я думаю, тут должно хватить раунду. А, показывает, показывает. Показывает. Не знаю, то ли у него как ответишь, но он подвел вроде как показала. Это все волшебка и... А, и в рукопашку пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это сейчас была ошибка. Он не посмотрел, что у него кончились выстрелы. А я думал, что даже если развалит... А, слушай, нормально. Блеск-то вообще тащит. Так, спертим воздух дубиной, блин. Пять зеленых. Для Салмиры даже... У меня появилось настроение поставить. Сейчас будет офигенный стрим, как обычно. Кого? Коллайд будет от ребенка и Фалькона. Да. Да, причем будет свой стрим экранов. Совсем джебанулся. Я просто сижу между ними и буду камеру крутить. Нет, Бэкхо будет посередине прямо. А куда ты его собираешься стримить, если у меня оба стрима заняты? Дёрти и Гусяблер. Гусяблера это точно неинтересно. Нашёл. Там Мега Бэт Гейм против Таганаша, ты чё? Да это хрен с ним. Таганаша, это там... Да какая там Бэт Гейм, они же начали. Взял всю контору, спалил. Нашёл кому рассказывать про Бэт Гейм. Так. А, вот она. Вот это как. Вот это ищешь. Я ее переключал. Мне эта камера не нужна. А, тебе вот это нужно? Сейчас им пока что чуть лопнется. Грязный зефир. Появилось у него настроение постримить, и он что-то хочет замутить такое да, дебильное. Нет, это будет офигенный стрим. Это будет ни о чем. Ты, нет, мышку, будет... ты мышку мне верни. Ну а если бы Амилу бы эти пять драконов не помогли бы, тем более он бы не разрулил без масла столько коней. Да даже с маслом было бы очень проблематично. Ну вот и Дёрти уже пришел. Амилую на респ. Правда, сейчас, может быть, развернется и пойдет в другую сторону, посмотрим. Все, второй стрим. Зефирка у меня отжал и что-то хочет там такое творить. Мы-то знаем, что здесь топчик, а не у него. Пошел отжимать мейн на джебусе на 1-2-5. Вот это красотень. Здесь, наверное, снова зал включит. Ну да. Так какие у него сейчас действия? Он же может топа брать. Он же не может топа брать, а джор нет туда степов. Нет, что он делает. Честно, не знаю. Я не смотрел, вот после того, как после финалки Камилу не подходил, не знаю. Чем он занят, что у него там сейчас есть и как он собирается тащить эту катку. Мы можем заслать, конечно, казачка одного, Гусяблер. Сгоняй, посмотри, что у Амилу. У Амилу? Да. А что вам надо узнать? Все. Как хорошо, когда есть засланные казачки.
вообще понял, все плохо. Его выгнали из центра, у него нету мяса. И к нему, у него нареспел уже Салмир ну со вот, всей армией. Ну вот мы как раз видим, что приперся Салмир со всей армией, который отжал только что Пандорку на 5 зеленых драконов. Пусть с блокнотиком идет и выписывает ресурсы армии, количество городов, героев. Он там пытается собрать некоторые далекие ули на своем респе, наверное, вот только полезет. Надежда на что-нибудь. На контроль, который позволит ему... Либо на красный шар. Ну да, да. То есть его спасет либо красный шар, либо контроль, за счет которого он сможет свалить центр. Да. То есть, ну, два варианта. И то даже контроль какой-нибудь не книжка в воздухе и не шапка пятого левела, а крылья, да. Ну, это еще надо, чтобы парня еще осталось, чтобы в центре что-то делать. Ну, тоже верно. Спасибо за информацию. Не, ну, по крайней мере, мы знаем, что Амилу не отправил героев туда дальше, в пески. Нет, нет. То есть там их точно уже нет. То есть он весь у себя на распе. То есть сейчас сокастит некий гусяблер, который любит гусей запускать на Твиче всяких. Ты скажи, как ты дожил до такого момента, что ты стал модером у Моретти? Не знаю, это просто Мореттику нужны были модеры. И он первых трех человек написал у него в чате, сделал модеры. Это нормально так. Все просто. Халявщик. Я был первым модером у Фэлла. Но скинули. Ну да. У него, наверное, сейчас мейн. Ну, он если он станет домой. Ну, следующий ход должен. Если угадать. Там сапоги лога. А, ну там экспертный воздух докачался, то есть, по всей видимости, просмотр, я думаю, да. Европизировался. Воды будут на Ютубе. Вполне возможно, воды будут на Ютубе. Я. Сегодняшний стрим, конечно, попробую выкинуть на YouTube. Он будет на Твиче 2 недели, но я его на YouTube попробую выкинуть уже, когда домой приеду. Глянет в наркоманию. Сейчас. Ну-ка, что там за наркомания? О май год! Вот это грязь! Вот это грязище просто! Надо же додуматься до такого! Причем ничего не происходит, причем она зависла, эта вебка. Господи! Нет, не хочу я такое смотреть. Армагеддона нет. Ну так и что? Типа, думаете, что шанс Амилуя только в Армагеддоне? Типа, ну там, во-первых, железные големы есть, которым как-то посрать на этот Армагеддон будет. Кажется, да вы сами можете зайти в параллельную ссылку. Зефиру, я не буду пускать на стрим эту грязь. Там 2 ноутбука и гусяблер посередине. И непонятно, что происходит в обоих играх. Качественный контент.
уничтожить нечисть. Дёрти думает, как заклинанием уничтожить нечисть убить всякую еретическую силу, которая есть у Амилуя. Ну, масхаст есть приятно. Там масхаст, цепуха, болт, все, что нужно. Я думаю, Амилу будет очень сложно. Ой, папашка зашел. Привет, Тварыныч. У тебя кончились твои выбухи. Приехал бы к нам на пару деньков, на финальчик. Выбухнул бы в Питере. Какой финальчик? Завтра Старладдер начинается. Старладдер завтра начинается. Ну вот. Блин, завтра Старладдер начинается. Блин. Ну ты вообще подписался на какой-то Старладдер? Сдался вот он тебе. Здесь у нас СНГ, а ты совсем уже обкартонился. Старладдер у него. Реально, давай гоу в Питер, отсюда будешь Старладдер комментировать. Какие проблемы? Эх, отсюда не очень видно, что там происходит на экране у Амилу. Там Нум сидит и все загораживает. Так бы я издалека хоть видел, что там происходит у Амилу на экране, но не могу. Ох уж эти Нумы, да. Сколько ехать от города? Порядка 60-80 километров, что-то в этом роде. Рэдди рассказывает, сам по ней картонке шлепает весь СНГ. Тварин, я в картонке зашел пошлепать, только вчера чуть-чуть одну аренку сыграл и все. А так с 28-го даже не включал их. Даже не знал, что мне дали за... Вот вчера такого посмотрел, что мне дали за легенду в прошлом месяце. Мне золотого кальмарового пирата дали. Это вообще топчик. А я не заходил ни разу. Кто-то картонки на что променял. Ну, Тварин, я, по крайней мере, успеваю еще и комментировать, и играть, и... На турничок ходить вместо Амилу. В зефирке на стриме видно все эмоции Амилу, но в говне говорит его лицо. А что он там? На Амилуя показывает. Повернул камеру. У меня вообще там черный экран, не хочет показывать. Чем ждем? А вот ход Дёрти пришел. А погодка супер, что вы там в зале сидите? Ну вот так. Вот так.
Так, ага. Все-таки мерзкий пикаблер нам сказал неправду. И все-таки есть у Амилоя лазутчик в центре. Ах, этот пикаблер. Гусяблер. Просмотрел. Ну, в общем, в любом случае, Салмир пойдет отжимать мейн. Да, качество прям, скажем так, у Милу качество было получше. Ой, как-то непонятно, вон там три героя стоят. Ну там, наверное, ложки какие-то. Ну, в любом случае, надо идти брать мейн. Ой, какие шторки веселые, какие пролаги. Партия с Лизардом, говорят, была огонь. Да вообще... Зеркало Хота на быстрых дорогах. Это вообще такой огонь был. Ну, пустой оказался мейн почти. Амилу споили. Амилу не пил. Амилу пил только первый день. И все. Он от текилы даже отказывался остальные дни. Он приболел, сидит, сказал, что-то на лекарствах и да, не пьет из-за этого вообще. Он только чаек, там, кофеек. Срочно нужен спонсор Билайн, пусть поставит мобильную вышку. О, круто. Организуй, барабешка. Тебе скажут все спасибо. Я так полагаю, что пропускной канал здесь увеличить невозможно. Его и так увеличили. И, короче, там обещали, конечно, 100 мегабит, а получилось так, что у нас исходящее всего 2 мегабита. Поэтому все трансляции, естественно, вот такие говеннейшего качества. И то это сейчас стало хоть получше. Первые дни вообще там даже 500 килобит там не хотел идти трансляции. Ну, да, твары на нас тут немножко заовнили с этим интернетом. Тут уж ничего с этим не сделать. Я тоже, конечно, надеялся качественно постримить и свои партии, и другие. В итоге я свои быстро залил, теперь хоть чужие постримлю. Не, ну в любом случае, это уже прогресс. Мы делаем хоть какие-то качественные трансляции с СНГ. Так-то до этого было вообще ничего, по сути. Лучше бы в Питере сняли хостел на дело. Вот, спасибо. Здесь картончики всякие с 20 ноутов не лезут. Кардан, на самом деле в картонке вот на данный момент вообще никто не играет. Вообще, если абстрагироваться, это провал. Ну, да. С тем, что было заявлено, и с тем, что получилось, с освещением полный провал. Но это лучше, чем ничего. Причем намного лучше, чем ничего. И это лучше, чем было в прошлые годы. Так что, можно сказать, по освещению это лучше. Плюс, если ты мог заметить, там на Hero Street TV полная таблица и уже куча фоток есть. Отбирал! Че? Сейчас ты пойдешь! Мерин в говне, как обычно.
вылетел, заходи. Если бы не родители, то давали бы и другие игроки ТВ. Дима Сурмай, ты приедь хоть раз на СНГ и потом что-то говори по поводу твоих слов на форуме. И сейчас лучше ничего не пиши, а то улетишь в бан просто-напросто за всякую херню, которую ты несешь. Творин, обязательно тебе Мерлину передам привет и пропишу Фофан. Я думаю, он будет рад. А еще если учесть, что сколько стримеров распинались, если будем стримить по КД, будем все освещать. Кардан, пойми, понятно, что заявили 100 мегабит на наш зал. Перед СНГ. Конечно, мы все рассчитывали, что да, мы будем стримить, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Почему нет, если нам это заявили? А мы приехали, а тут такое говнище полнейшее. Справа от ноута стоит 0.5, но это не от моего, видимо. Но его стоит 2 по 0.5. А, сейчас показывает полностью игру Хэллайта. Зефирка через вебку, это просто гениально, где нифига не понятно. И мега сосредоточенного Амилу. Стрима от Амилу, к сожалению, не будет по техническим причинам, не получается. Только не могу понять температуру в помещении, кто-то в футболках, кто-то в куртках. У нас очень дует и порой бывает очень холодно, поэтому некоторые в куртках. Потому что дверь все время открыта, ее не закрывают. Такие как Вигу, который сейчас зашел и не закрыл. И вот поэтому вот такая хрень непонятная. Там тут не обновили Мизраэль Айвы. Ну да, может быть, до Ребела просто еще не дошла эта информация. Что Мизраэль первый, у кого есть 3 победы. Так, ладно, я сейчас на минутку отвлекусь. До Лизарда и по делам. Изи, да, изи. Так, вообще ничего нет. Нет. Стрим Адмирала должен быть. Микрофон есть? Микрофон есть. Мы, короче, отжали у Адмирала стрим. Здравствуйте, с вами РТР и Мерлин. Нет, с вами Мерлин и
какой-то хуй. И как... Значит так, адмирала послали нахуй, и он ушел нахуй со стрима. Все, спасибо за внимание. Обосрали, пусть обтекает, да. Изи. Так, только подожди. Иди нахуй отсюда! Я послал нахуй на стриме, Кирилл. Ты что-то осмелел. Ребят, парт поймал, что ли? Ребят, понял. Тварина, который боится ехать на СНГ, это диванный воин, там, такой диванный аналитик, как бы, вот, паралитик и параллелепипед, как бы. Так, вот, значит, тварина, мы тебя ждем на 2017-м СНГ, не знаю пока где, в каком городе мы соберемся, но тем не менее, как бы, Red White идет нахуй со стрима. Ты тоже. Мы все ушли нахуй. Да. А ты остаешься работать, комментировать, потеть. Вот и после этого давай духач. Все, свалили они отсюда. А, кто второй, кроме Мерлина? А, папашка из чатика тоже комментировал до этого. Но он внезапно обиделся, что его комментарии никому не понравились. И вот он теперь тоже начал, как Мерлин, вести себя красиво. Так, ну что, а тут Милу еще ходит. До сих пор не могу посмотреть, что там Милуя. Не оставляй нас больше с ними. Сейчас я пойду гляну, что там Милуя, буквально на секунду. Thank you.
Амилу завис в утопе. В общем. Ну вот как раз вам можно увидеть по стриму Дёрти, что Амилу как раз стоял в утопе. Это была мини-утопа, в которой дали меч плюс 5 ол и 2 кольца разных на ХП. То есть не то, что нужно было для него. Там у него буквально после утопы выжило что-то типа 8 уток, 3 дьяволов и пара ангелов. Ну и Фрид вроде бы тоже выжил. Нет, Хэлла я не успел глянуть, потому что я сейчас смотрел Амилу. Там, кстати, Вигу всех в баню повел вчера. Ну да, была такая вылазка в баню у народа. Ты разбил наши надежды. Ну посмотрим, может быть, Милу сейчас еще не сдастся, но там уже... Ну, плюс 5 ол, конечно, даст к статам, но там уже просто тупо нет армии. Ну, ему просто нечем бить. Он умрет там от одной цепухи любой, и все. Не в курсе, Зефир успел у Хэлла Модрук на машине через баню. А вот не знаю. Это надо уже уточнить у Зефира. Так, ну вот как раз Амилу передал ход, и он остался на утопе. Вот, видим, Мифала прилично подняла статы, но там вообще нету армии почти. Там вообще нету армии. Но хотя, с другой стороны, у Салмира так-то тоже армии не так много. Учитывая то, что армии-то 3 джина. 3 джина. И все, по сути. Ну и там гремлины, и все. А Милуин второй... Нет, это он на этой утопе последних мух как раз, походу, ее брал. Вот устроит четвертую таверну. Сейчас смотрим. Показывает, кстати... ну, может быть, потому что в замке вся армия висит. Ну, вот так армия мощнее показывается. Ну, блин, 5 драконов. А у Милуя там 3 дьявола, да, пара ангелов. Ну, или не 3 дьявола. Пара дьяволов, пара ангелов, что-то в этом роде. Не особо сильно роляет. Мне кажется, все-таки... Салмир за счет магии потащит. Так, и Каблер у меня для чего-то выхватил мышку. Читаю. Тут ничего интересного. Так, взорвались где немножко. Где тут тварина? Уже ниже. Ниже. Вон там пара еще ниже. Вон там про Мерлина это все было. Можешь тварыне пеку поставить. Он, наверное, еще тут сидит. Ну, плюс 5 он вытащил с утопа и 2 кольца на ХП. Ну, ни о чем. Не то, что нужно ему против Салмира. То есть ему следующего утопа ему уже брать нечем. А, подожди, у него же нету... Контроль? Полеты? Ну да. А может есть? Или он может пытается так достать? Сейчас купит героя, наверное, посмотрит. Денег только не хватает.
слышно маты Тоги. Да Тога вообще самый, один из самых эпичных персонажей этого СНГ. Ты комментатор или играешь? Я... Играл. Играл. Теперь я комментатор. Ради ты решил больше не играть, а просто отдыхать. Ну, я проиграл первые два тура, поэтому я теперь просто отдыхаю. Вот смотрит. Ну вот, вся армия. Пара и там. Там утки вроде даже 4-1-1-1, а ангелы 3, дьявол 2. Наоборот, точнее. Топ армия. Ну да. А Мерлин же хрен знает сколько в комьюнити, почему он не играет. Ну потому что ему это не интересно. Он больше организаторский, всякое такое. Ему это более интересно. Мерлин по литербола побеждает. Ну да, конечно. По литербола он впереди планеты всей. Игрок, даже если он уже не игрок, все равно остается игроком. Такое вполне возможно. О, спалил нычку дьяволов, который зайдет и... А нет, а там надо пинать их. Ага, не будет халявнички дьяволов для дёрти. Надо отжимать. Ага, you have already 8 героев. На него вообще лица нет. Ну, тут на любом не было бы лица, когда так стараешься, потеешь, выходишь, максимум выжимаешь из своего расклада, выходишь... За Инферно, Карл, выходишь на 1-2-1. За Инферно на Джебусе 1-2-1. Через ГО гигантов с грэжным стеком. Это просто такая грязь. И отлететь от Салмира с шоколадной раздачей. Тут на всех бы не было лица. Салмир пошел взять нычку дьяволов. Оказалось, она пустая. Ну и побежал обратно. Ты расскажи о Дёрти, который на Грине. Дёрти тоже молодец, естественно. Я не видел начала его игры, как он вышел на этих гремлинах. Ну я понял, что мне уже рассказали, что он выходил тупо гремлинами. Плюс... папское заклинание. Силовое поле. Ну, раздача у Салмира явно не шоколадная, судя по количеству блок. Ну, а на первый. Раздача у Салмира явно шоколадная. Раздачи бывают не обязательно по количеству войск шоколадной. Если ты выходишь за башню в начале второй недели, то тебе явно завезли не самый плохой расклад. Причем 240 гремлинов. Это явно неплохой расклад. Это топ, один из топовых раскладов. Причем еще такое пешеходное ГО, которое Салмир просто расстрелял. А Милуй разрешил ТВ. Мы смотрели первую часть этого стрима Милуя, но потом возникли технические проблемы, по которым приходится смотреть только Dirty Player. Может, ногового жестко Салмир без земли. Ну, Салмиру не обязательно иметь землю, чтобы все разрывать.
Вань, у тебя все хорошо? Затащишь? Ты убивать его должен? Я пошел раньше. У меня золотой лук и куча долгов. Понятно. Сейчас, сек. Сводки с полей. Fire to Sky на 1-2-1 прибежал к Макиавелли на его рест, имея в активе золотой лук у Луны. У Луны там статы уже 7-10. Там что-то 31 фиш, 14 марков и там еще какое-то количество штормовых. То есть сейчас отжимает у соперника уже на его респе на следующий ход нычку ангелов за скорпами. И потом собирается забирать мейн. А Гомунгус вообще на СНГ не ездит или только в этот раз? Гомунгус был на единственном СНГ в прошлом году в Волгограде, потому что ему там было рядом. Он из Волгоградской области. А до этого он не ездил. Вот на это он вроде как и собирался, вроде как и не собирался. То есть непонятно. Поэтому вот так. Те, кто поиграл первые два раунда, дальше не играют. Да, именно так, чтобы не занимать ноутбуки. То есть с ноутбуками была поначалу проблема, но в итоге все решилось благополучно. На втором потоке что идет? Идет подпольная зефир-трансляция с вебки, игра Хеллайта и бедное лицо Амилуя. Когда СНГ закончится? СНГ заканчивается 7 числа. Боже, это уже через 3 дня. Офигеть. Сегодня уже 4 число, это уже в субботу. Ну, мне только 8 ехать домой. Но в основном все разъезжаться будут 6-го, 7-го. Ну, 6-го вряд. У меня 6-го ночью, либо 7-го числа в основном все разъезжают. Ну, кто-то еще там остается. Позже. То есть, вот так. А если Милу сейчас нападает, то Сомнира Мана зарегенится? Или только после того, как Синий завершит ход? После того, как Синий завершит ход, Мана отрегенится. Но Амилуй сейчас никак не нападет, потому что он физически не сможет пройти столько. Так как контроля у него нету воздушного, и через гору он пролететь не сможет, ему придется обходить. Блять, Мишка, ты такой просто гениальный.
ты просто такой гениальный. А ничего, что трансляция в скайпе займет вообще весь интернет-канал, которого и так нету. Мне предлагают сделать трансляцию в скайпе. Не получится. Даже и тут и так интернета. Даже Гусяблер это подтверждает. Тут один стрим-то еле тянул недавно, вчера вечером. Записи турнира можно будет посмотреть на моем канале. Я их потом, если что, попробую выложить на YouTube. Будут на канале Зефира. Они, может быть, тоже будут на YouTube. По поводу, буду ли я стримить еще сегодня, посмотрим на самом деле, потому что вот эта пара, когда играет, я просто не знаю, кого еще стримить. Остальные как-то не особо хотели показывать свои трансляции, потому что это те, кто вот мог и хотел, потому что там важны решающие партии. И вот так. Ну, тут еще тоже Амилу сопротивляется. Посмотрим, сколько он это будет делать. Посмотрим. Я не думаю, что трансляция просто вот так сразу завершится. Но если завершится, то в любом случае она продолжится завтра. Дай ссылку на свой канал. Сидр Халк, ты можешь присутствовать сейчас на нем. Это и есть мой канал. Если ты на него подпишешься, ты можешь в записях этого канала посмотреть. Потому что я с него буду, по крайней мере, как минимум сегодня, завтра, и потом, и, наверное, и послезавтра тоже с этого канала буду стримить игры. Не, Кардан, Пикаблера никто не собирается обижать. Он вообще классный чел. Его только Виго может спикапить, но это уже другая история. Нет, игры в записи все не будут абсолютно, но Highlight вроде как делает запись своих игр локально. Насколько я понимаю, надо у него будет еще раз переспросить. Он первую пытался сделать локально, это я точно видел. Остальные вроде как да. В Ютубе есть канал, есть ссылка в группе ВКонтакте. Я не знаю, на Твиче я не помню, есть, нету ссылки. Посмотри в группе ВКонтакте, там точно есть ссылка на Ютуб. Ну и финально, естественно, будет игра записана. Думаю, с двух сторон устроим. Какое-то важное объявление от Мерлина. Что, закончили? Ну вот, Fire to Sky выигрывает партию Макиавелли.
То есть Fire to Sky продолжает борьбу за призы Макиавелли после второго обидного поражения вылетает из турнира. То есть попасться ему на лаки, где просто не хватило ему вчера ночью просто опыта таких больших турниров, чтобы додавить его. Ну и сегодня попасть на Fire to Sky в жеребьевке сразу, это, конечно, не повезло. Красный шарик упал. Нет, в стопке красный шарик не упал, Амилу. Там плюс 5 олл было и 2 кольца на хп. И БЗ выиграл. Вот, кстати, я не видел этого, что БЗ выиграл. Ну-ка, сейчас обновлю таблицу. Да, БЗ выиграл у Романтика. И тоже продолжает борьбу за призовые. Мерлин штормит. Мерлина штормит четвертый день. А, сейчас, блин, Сидр Халк, есть же, сейчас я скину тебе просто ссылку на группу ВКонтакте. Под стримом есть, вот, ссылка на группу ВКонтакте, блин, сейчас я сам даже попробую найти ссылку на YouTube, вот она. Не так уж сложно это было сделать. А вот YouTube. Да, и можно было, конечно, бота попросить. Точно, у бота тоже же были ссылки. Только надо его об этом было попросить. Ну ладно. Уже сам все нашел. Джебус катает, что ли? Да. Пиздец. Чё? А как он, блин, на Джебусе за Инферно? Сколько отдал? Сколько получил-то? Не знаю, сколько, но он против башни. А, против башни? Против башни, башни. Еще, ладно. Да, и, короче... Просто я срок смотрю 1-3-1 лучше, там, в центре. Нет, а Милутов вышел в центр, а Дёрти уже... встретились они в центре, Дёрти выиграл в финалке, а Милу откупился, и вот Дёрти отжал мейн на второй неделе. А Милутом взял утоп, плюс 5 ол получил, и все, по сути. И вот... закончили они игру, что ли? Нет, еще не закончили, а Милу еще сопротивляется. Я не знаю почему, но вот он еще сопротивляется. Ну там за башню, ну, за башню на самом деле очень часто даже бывает проще, чем за Инферно. Ну, а Милу вышел на 1-2-1 в центр. Хотя Дёрти вроде то ли на 1-2-1, то ли на 1-2-2. То есть они показали скилл за да. Такие непопулярные замки. Красавцы. Да. Красавцы. У тебя как там на анархии? Да хреново. Ну как, 1-3-4. Я сейчас буду через книгу земли брать послезавтра. Но слабовато, в принципе. Это надо было на второй неделе сделать. Я с трижаком немного ошибся. То есть я думал, там тупик. Развернулся, побежал в другую трижу, а оказалось наоборот. Другой триже тупик, то есть там ничего нет. И обратно вернулся. А это, вы так вы на просто на чет или на ставку? Просто на ставку. Он Диаблер, он не играет на ставку. Понятно. Студент, бедный. Он здесь-то ночует, он в конференц-зале. Бедняжка, его вчера приютили еще, ладно, в Шелле. Он выспался, говорит, наконец-то. Он позавчера здесь спал. На кресле где-то. Я этого не знал. Да, он поэтому же не приехал на СНГ, ну, как бы,
студент, денег ему как бы, ну, средства не позволяют, чтобы сюда приехать, жить, как бы, из туда-сюда. А так бы он говорит, ну, я так понял, что он с удовольствием бы тоже приехал поучаствовал. Ну, вы его приютили, если бы он сказал. Ну, он, видишь, скромный ходит. Да не, Сидор Халк, я бы не сказал, что прям так жестко. А игры претензиации на чем-то вообще планируются? Ну, я надеюсь, что с завтрашнего дня уже никто не отмажется, и полуфиналы уже будут стримиться в обоюдной трансляции. То есть сегодня на пути к финалу они еще могли как-то отмазать, там, Хеллай, там, всякий мог отмазаться. А вот завтра я уже попробую поговорить с судьей, чтобы трансляции были более такими обязательными. Мизраиль дает транс и уже 3 игры выиграл. Мне кажется, что есть связь. Ну, конечно, папский чатик помогает Мизраилю. Ну и во второй игре мне пришлось посидеть возле Дарка, чтобы у него там был такой хороший расклад на 8x8. СКД, ну ты вот возьми, сделай СНГ и заставь всех... делать трансляции на лагающих ноутбуках. Ну вот приедь или проведи СНГ, и тогда уж пиши что-нибудь такое, ну... Ты вот, знаешь, ты вот как рядовой папашка из чатика сейчас себя ведешь, хотя таким не являешься. Может быть, Дёрти сходишь в гости. Так мы вот Дёрти и смотрим сейчас, между прочим. То есть я думаю, если Дёрти сейчас выиграет Омилу, и дальше мы его будем обязательно стримить в следующем туре. Дважды СНГ выигрывал на данный момент только Стингер, но дважды подряд еще никто не выигрывал. Стингер через год выигрывал. То есть на этом турнире есть такой шанс у Хеллайта первым стать. Может, где ты сходишь? А, ну я понял тебя, Карнан. Нет, я отсюда не пойду, не буду вас бросать. Я думаю, в этой партии так уже все ясно, и если я подойду к Дёрти, это ничего не решит. Как и ЛЧ никто не брал 2 раза. Ну да, вот как раз было такое сравнение. Ну, у Лиги Чемпионов пока гораздо больше история, чем у СНГ. Вон там сейчас Ребел продолжает фотографировать беднягу Амилу, как он пытается вытащить игру сейчас. Сейчас он, если подает, передам ему папский привет. Ребел, тебе привет от Тварыны и всего чатика, и респект тебе за все. Да, пожалуйста. А Тварына вообще пусть приезжает. На следующий я постараюсь тоже вырваться, я не знаю, где он будет. Мы тоже еще не знаем, где он будет. Сейчас слышно, да, что говорит? Тварына, приезжай в Питер. Выпьем с тобой. Ну, он...
сказал, завтра у него StarLadder начинается. У него закончился его фестиваль, начинается StarLadder. Адмирал, как стрим? Хорошо. Не то, не... Ты знаешь, что делаешь? Знаю, что делаю. Что? Стримлю. Нет. Ты в говне. Можно пойти... Иди туда же. Обиженный папашка из чатика вернулся. Красиво, это красиво. Пойду дальше тогу нагибать. Ну давай тут. Пока. Запускаем гусей, работяги. Чё так? Вас не забанят здесь. Вы свободны. Почему Алекса нет? Он же из Питера. Алекс приехал сегодня. Ну, они там играют. Они там в покер катают? Да. С Даркелла. У них один. Он один. А? Играли. Сейчас не знаю. Алекс с Даркелла играл? Да. Загрязь, часа три назад. Вдвоем вот там сидят за маленьким столом, мы играли. Вот так-то. Алекс The Great спустя три года решил поиграть в героев. Не, в покер. А, в покер? Да. А. Он предлагал героев, но не нашли новых. А, ну в покер тогда ладно. Я думаю, эти папашки, папашка из чатика теперь будет весь оставшийся СНГ. Да и не только СНГ обижаться. Так, мне идти надо пополнять запасы. Потому что у меня они кончились. Да, только я пока этот колодец не вижу. Он, этот колодец пропал из поля зрения. Так что я пока сижу тут, наверное.
Я совершил очень большую ошибку. Я потерял колодец. Предаю наводку, в следующей игре Израиль должен выиграть. Мы друг друга поняли. Клоп, все зависит от предложенного, от предложенной тобой суммы. И это мы устроим. Так, ну что тут у нас по игре? У нас тут 1-3-1. Все-таки еще добирается нычка ифритов. И, наверное, тупо статами будет забираться у топа. Ой, а Милу, наверное, этим сейчас и занимается. Пойду я гляну, что-то чем Милу занимается. Все печально. Милу, 4 дьявола, 8 уток и что-то вроде пара ангелов. В утопе дали черный шар. Да, Амилу умудрился вторую утопку взять, вот которую видно справа сверху. Он как раз на ней сейчас и стоит и размышляет, что делать дальше. То есть у него не очень много мувов и не совсем понятно, что делать дальше. Ну да, не тот шар дали. Не тот шар. Невр, ну, от папской микстурки и от Рома я никогда не отказывался. Магия-то тоже есть, а нету. У Милуя там проблемы с магией, на самом деле. Ну да, масло есть, но это все, что есть, по сути. То есть, ничего особенного. Насколько я видел. Черный шар против Салмира
не проляет. Вообще никак. Так он из будки не вылезал. Что, у меня тут хорошо, у меня тут было это. У меня тут есть было. Это, да. А сейчас-то его нет? Ну да, сейчас ты его нет. Ты что тут заковырился, я не понял. А чё? Просто я Амилуя из Дёрти стримил. А не ты играешь там? Ну, нет еще. Амилуи сражается до последнего. Ну да, что-то его как-то приняли жестоко. Взял еще одну топку, но там черный шар. Эй, чатик, а ну быстро, быстро, быстро начали аурить Амилую. Тут это, за тебя Невр и Клопик. Если ты выиграешь следующую игру, готовы дать 15%. Тебе, что ли? Ну, а кому еще? А почему тебе-то? Потому что я стримил все твои три игры, и ты все три игры выиграл. Вон он еще, Михалыч. Хитрого, хитрого. От лица Милу видео нету, там технические проблемы. Пригласи Дёрти после игры на интервью. Да, Дёрти обязательно придет на интервью после игры. Неважно, выиграет он или проиграет, но он такой человек, что обязательно скажет пару слов. Это точно. Главный судья не отвертится. Ну, Амилу посмотрим, он будет, скорее всего, если проиграет в не очень хорошем состоянии, не знаю, скажет, я надеюсь, пару слов. Ну, тут и так все, в принципе, понятно. Какой расклад сейчас по игре? Ну, вот сейчас уже один из последних дней. Амилу забрал еще одну топку. И ему опять в ней ничего не дали. То, что нужно. Найди черный шар, Амилу бы посопротивлялся. Убивает Лабету на молитве. Неплохо сыграно. Я так понимаю, хотел он прорядить. Риона как-то даже не обязательно, может быть, убивать. Можно даже, к примеру, притащить сюда ложка какого-то и попробовать убить его тупо зелеными драконами. А вдруг адмирал Дэвид Джонсон пират, ему разрешается сходить на берег на 7 дней в год, и эти 7 дней посвящает СНГ. Неплохо, неплохо. Но нет. Ага, а Милу куда-то свалил с утопки. То есть он стоял прямо на утопке. То есть вот какой-то один из тех трех невидимых героев, это и есть Мейна Милу. Довез еще.
дьявола. Ты самый молодой, походу. Нет, самый молодой это Гусяблер. А так вот, мы с Айвой, хоть и выглядим, хотя Айва и выглядит намного больше, но мы с Айвой, в принципе, ровесники. Ну и да, есть такое. Эх, оказались ложки. Дьяблю, да не. Ну, выглядит он на 15, если честно. А, но он, по крайней мере, он сказал, что ему 21. Ну, раз он студент, то поверить можно. Он... Да пойди по дороге он дотянется до какого-то героя. Я чуть сомневаюсь, что он по дороге отправил папашку. Мне кажется, папашка, который вон там по бездороге туда дальше. Гандаст, обязательно я эту ссылку передам ему от тебя, но не сейчас. Все-таки не доходит, скорее всего. Все-таки, походу, он не доходит. Ну, можно взять, к примеру, Аренку. Далековато. Я что-то думал, ближе он успеет. А там, видимо, вообще ему не оставалось. А Милуда партизанит, пытается собрать утопки на своем респе и найти что-нибудь от магии, какую-нибудь защиту. Потому что против Салмира нереально сражаться с 16-м СП. Указывает по армии больше. Милуш не дернет. Милуй куда-то отошел сейчас, видимо, на турничок.
Да, срок 1.3.2. На второй неделе Дёрти отжал у Амилу мейн после встречи в центре. И вот сейчас пытается найти и добить его в центре. Но Амилу сопротивляется изо всех сил. Тоже очень напряженная партия. Вот Дёрти отжал еще деревню у Амилу, в которой он умудрился не скупиться. И, соответственно, у Милу осталась последняя деревня. Он с турничком приехал. Ну, конечно, как настоящий спортсмен приехал со своим турничком. Как же по-другому-то? Дёрти не может определиться, куда же все-таки доходить с Алмиром, потому что он боится, что вот этот лошок, он может отжать мейн, и с него уже выкупиться там, к примеру, своим мейном и бежать в сторону центра. И тогда Дёрти как-то может остаться вообще ни с чем, либо брать еще утопу. Потому что все-таки мифалка — это маленький тазик. Поэтому и немножко боится Дёрти идти куда-то вверх до конца. Фредди, как тебе идея называть мечик плюс 12 указкой? Арт в честь Скорпу, что скажет, у тебя ведь шляпа есть. Не совсем понятно, почему именно меч плюс 12 в честь Скорпии. Все, я понял. Я это Амилу обязательно передам. Это слишком тонко было. Надо еще допереть. Но звучит, конечно, забавно. Что с изображением? В максимально возможном качестве транслируется игра. Пилок талисман Амилу. Ну так можно каждому придумать что-то. Необоснованно бассейн Дёрти, у него сапоги лог, зачем бояться потерять каску, все равно не бьешь. Тем, что если он потеряет этот замок, он может потом не догнать Амилу, выскочившего в центр. Плюс там, по идее, еще какая-то скупка должна быть. Понимаю, что у Дёрти и сапоги, и лога, и тут быстрые дороги, но в любом случае есть опасения. А вот, кстати, это не мифалка случаем стоит, не показал Дёрти. Может быть, мифалка. Ничего не стал сдавать, просто передал ход, оставил пустой замок. Ну-ка покажи. Да, мифалка, дьявол, ангелы. Вот и все. Демонстрирует чудеса терпения, не сдается. Ну, пытается тащить, но мне кажется, тут уже
не поймав в утопках то, что ему надо, уже не совсем тащится. Пошел он, милый, наверное, куда-то к следующей утопии, я так подозреваю, потому что у него нет просто вариантов других. Да даже и, не знаю, даже, может быть, не к утопии, ему просто нечем утопу будет убрать. Пошел еще что-то отжать, что ли, хочет? Я не совсем понимаю. Не видно со стороны Дёрти, к сожалению. Что там решил задумать Эмилу? Там уже группа поддержки появилась с Эмилу. Ну да, там Ребел сел рядом с Эмилу. Посмотреть, чем закончится эта партия. Ну, боевые статы у Мифалки, конечно, посильнее. Кстати, магические подровнялись-то тоже, по сути. Но... Мифалки будем в любом случае помнить, что у нее есть только масло. Боевой магии так-то нету. Расскажи, что у Милы по мясу. У Милы ничего по мясу абсолютно. То есть у него пара ангелов, пара дьяволов. Вот и все, что у него было. Плюс были утки, я не знаю, где они делись, может быть, где-то у ложка. Смотри, ничего не происходит толком. Ну как? Дёрти пытается дожать Амилу. Амилу пытается сопротивляться. Вот отжал свой мейн обратно. И сейчас, я так понимаю, пойдет в центр как-то будет пытаться уйти. Да вроде нет. Ну вот, кстати, вся армия Амилу. Против какого-то ложка Дёрти. Он на рест к нему пришел, а не в центре сидеть. Ну, он решил, что в центре ему ловить особо нечего, а отжав мейн, он его просто добьет. Нет, мне кажется, это плохая идея. Ну, хотя там лошок. Но мне кажется, не хватит 3 раунда, чтобы убить дьявола. Это как-то слишком. То есть там придется этот раунд, следующий и еще один. За 3 раунда как-то Тива должна уничтожать. Не затащит сейчас ложком Дёрти, он даже одного дьявола не сможет убить.
Подставил кентавров очень плохо. Пошла волшебка в копейщиков, но нет. Тут просто даже второй раунд пережить бы Милу. Ну нет, там големы, конечно, останутся в живых, может быть. Ну, если будет еще одна мораль, он умрет. Если не будет, то останется в живых на одном големе. Да. На одной горгульке даже. Зачем? Что он делает-то? Сэкономь ману, просто откупись. Зачем? 96. Зачем? Для чего этот болт? 50. Да, это напало Милу. И прогнал ложка дёрти. Он пытается вытащить армию куда-то. Не совсем я понимаю, куда и для чего. Ну, куда-то в центр, я так понимаю. Дёрти сейчас добежит просто до замка и там ложком просто... А, все, я так понимаю, Амилу сейчас засядет в своем мейне и останется там. Все. Сопротивляется до последнего. Да я вижу, как бы, там вообще плотный джеб. Наш писец. А вы что, кроме Рэдди никого... Кроме Амилу никого не стримите? Не. Рэдди что стримите? Да, действительно. Че меня стримить? Там Зефирка еще вебку стримит. Я знаю. И все. Ого. Чатик взрывается. Амилу, Амилу. Кто Амилу убивает? Нет, что Амилу не убивает, то делает его сильнее. А что его убивает, все, капец. Так Дёрти отымеет его? От имеет. Ну, чатик такой, чатик. Ну, а что еще делать Амилу? Ну, у него просто других вариантов никаких нет. Он же не нашел там ничего против магии. Так, может быть, там замок. Сейчас по чуйке пойдет в угол респа и найдет там плащ отречения. Да, там ложка убил без потерь. Скорпиона. А я не знаю, к жеребьевке-то будет только после того, как все сыграют. Смысла нет сейчас жеребьевку вроде. Плотный Джевус. Какой там уже срок-то? 1-3-2 сейчас. Плотный Джевус. Ну да. Ну если учесть, что Дёрти под конец второй недели отжал мейн, умел. Очень интересный вопрос. Поехал ли Маритин в СНГ? А конечно. Отвечать он... там будет Мизраэль. Он... Ну ладно, не буду шутить. Сегодня просто уборка номеров была там. Был человечек похож. На Маритина. Да нет, конечно, что, прикалываетесь, что ли? Вот если Рэдди проведет следующий СНГ в Калининграде, есть шанс, что Маретьев может заглянуть на огонек. Но я сомневаюсь, да, ну... что он потянет такую организацию. Он даже в Минск не приехал. Я про тебя вообще-то. Тут-то он целый оргкомитет, 4 человека. Ну вот. Вопросов нет. И все в говно. Прикинь, я буду в говно. Насколько будет организация? Не, ну хотя Ацтек-то смог Одессу организовать. Вот видишь? Ну это Ацтек. Да, не суть. В общем, Моретти, даже если я приеду в Калининграде, Моретти на 99% не приедет. Почему? Он был готов приехать в Москву так-то. Его звали. А что помешало? Ну не знаю, какие-то. Что-то помешало, наверное. Подумывал. Ну, я прикололся себе, если бы он приехал на тот турнирчик, который мы в подвальчике у этих бурятов-то проводили в клубешнике. Но местный колорит его бы не порадовал. А думаешь, его порадовал местный колорит?
Особенно Виго. У него были, наверное, квадратные глаза, но после третьей, думаю, он был бы стал своим. Он был бы наш. Да и результатов немного. Ну, я вроде видел. Да, там практически нет. Ну да, БСЗ. Все по сути. Там два результата всего пока что. Ну да. Там все еще играют. Ход Дёрти. Ну, в принципе, то, что мы и так видели. Убил ложка, притащил армию, героев у него много. Разбежался еще что-то и смотрим. Все, Михалка в замке сидит. Ай, не добегает. Вот это грязь. Собяк, вот это и вот вся херня. Нужна и вот эта база. Блин, это хорошая база на самом деле. Но интернет вот такой, ну что поделать. Вот это грязь. Не достал. И вот как раз эти пара мув, которые он все-таки прошел наверх. Он сомневался, надо ли ему идти наверх. Иха, Амилу тащи. Особняк на 40 человек как-то, а то и больше, не особо снимать. Я думаю, он развалится просто, любой особняк от такого количества человек. Не, ну опять же, Амилу сейчас, ну просто не в состоянии будет пробить грязных эфритов. Чем он их будет пробивать? Гандаст, успокойся уже, безострадалец. Вот если победит, тогда передам. Нечем ему просто грязных эфритов. Кстати, а на ГГ банят за классные картинки? Гандаст любитель просто сиськи в чат постит. Ну, постит и постит. Где нет? Жаль. Санмир... Сальмер спокойно кушает по ушалке, не обламывается. А, ты думаешь, он... Ну, идея, да. Но... Интересно, да, партия получается? Вполне. Да. Ничего не скажешь. О, вот так. Молитву на дракончика. Какая грязь. И обратно пешочком, пешочком, пешочком. Бить Деремиф. Эх, не прокнуло. А там больно, надо волшебку отдать. Что делать? Отдай волшебку. Не каждый раз джинны кастуют молитву. Ну, смотри, смотри, смотри. Гандас погнал, сисечки, сисечки, пасти. Красавчик, чатик будет рад. А у вас что там, тотализатор, что ли? Я не пойму. Что за фигня? Какие-то проценты? Что-то я сразу не въехал. Что за тема? Что-то какая-то темная у вас там тема, я смотрю. Открой уже сиськи победы. И на стрим. Что-то сойдет. Норм. Нормально, Гандас. Молодец. Хватку не потерял. Нет, Варына нет. У него же выбух.
Да, а он заглядывал в чатик. Мэри наш взорвался от этого. У него шерсть дыбом стала, да? Остатки волос. Остатки волос на лысине. А я сказал, что у него завтра Starladder начинается. Не трожьте Амелу. Такие нервики, ему сейчас вообще не до стримов, не до трансляции, ни нафига. То у вас шашлыки жарит, у нас спец поэтому Дуст. Дуст мясо готовит, жарил Вига. Вига стоял у мангала 3 часа. Да? Да. Нифига себе. У шашлыков реально было до хера, он их без остановки жарил. Ну да. Но пацаны подходили, водку приносили, естественно. Дуст мариновал, насаживал, это все. Ну да, Дуст там долго. Примерно столько же. Со всем этим мясом. Ну и шашлыки получились. А жарил именно веган. Шашлыки получились хорошие. Ничего бы не плохие получились. Ну да. Мы поставили все, что... А кому вы поставили? Ты хоть расскажи, кому, сколько и зачем? Это очень трудно посчитать. Водки улетает немеренное количество. Ну, мне кажется, почему-то Вигу. Претендент номер один. Знаешь, у Нума такая большая кружка, и он в нее прям фигачит, так что я не знаю. Кстати, Нум претендент номер два. То есть просто представьте себе, кружка почти литровая. Ну, там видно было на другом стриме. Вот. И в нее просто из горла фигачится водка. Да. Естественно, к залпам не пьется, а так по чуть-чуть. Таганаш, ну немножко на шашлыках пил. Таганаш веселый. Один к 42. Подожди, это получается, он уже бездомный, что ли? Бро, ну сочувствую. Опа, там что-то эпичное. Пойду гляну.
Модерку себе выписываю. Ах ты. Модерку он захотел. Пока. Никто не видит. А ты не в чате. И что? И как я тебе выпишу модерку, если ты не в чате? Берешь, смотри. Где у тебя слэш? А ты найди сначала слэш. Вот он. Только на английском, видимо, надо. Да. Слэш. Вот. Я... Всё. Так просто? Все так просто. Снять это либо забанить, либо анмод. А, ну все. О, вот это круто. Теперь я буду знать. Ладно, будешь хорошо себя вести, оставлю модерку. Че там у него конкретно нашелся? Да насколько я видел, нет. Бегает. Ну да, попытается сейчас свалить отсюда и свалить в центр, я так понимаю. Как он в центр? Без контроля? Пешком. О, типа убежать от Салмира с сапогами и лоби? Ну а Салмир не пошел обратно, Салмир несколько мув. Салмир несколько мув не дошел до замка, где сидел он. И теперь Нефала просто пытается пешком свалить в центр. Нет. Во, вообще, грязь. Ну, что там сразу Пандорка за питами? Вообще Изи ляжет со статами умилу еще и с маслом. Он ману пополнил. Штамулик там... Слушай, не, ну понятно, что рано или поздно догонит, но вопрос, сколько успеет отожрать там, там как бы Дёрти не совершил ошибку с тем, что пошел отжимать деревню. Можно проход Фейрика не завалить, в смысле проход, проход из центра. Ну, к сожалению, видимо, нет. Да, пошел камбэк, и у нас эпичная партия вырисовывается. Настолько эпичная, что жесть. У Дёрти была такая инициатива, если он сейчас выпустит эту мифаку в центр. Там все что угодно может произойти дальше. Все равно все очень плохо, и что таким войском цитрис может отбить практически ничего. Смотри, Кардан, ты на самом деле не прав. У Милу есть статы. И Мифала это маленький тазик. То есть, по сути, обилка одна и та же, и защита действует одинаково. Ну, поменьше защиты, конечно, идет в кач. Но в любом случае, этот мини-тазик может пробить сейчас грэжных питов, которые стоят в центре. И там. А в Пандорке вполне могут дать мясо за 50 с плюсом грежных питов. И плюс там еще улик стоит. А если дают какую-то магию, то я бы сказал, что у Амилу вообще может быть перевес. По поводу логи у Мефы я вот честно ни разу не видел. Прокачку Мефы, поэтому не могу сказать.
машине, чтобы Дёрти скипнул 3 хода. Кардан, у Мифалы статы выше, чем у Салмира, даже магические. То есть, в том-то и дело, что там статы за 15, и вполне есть вариант в центре найти все, что нужно. Дабы без ваших всяких основцами до сих пор были. Конечно, конечно. Кто за Милуем, Ребел стоит, это создатель Hero Street TV. Он на данный момент делает все фотографии на этом турнире и обновляет как раз на Hero Street TV для вас, чтобы было очень удобно и круто. Можно будет 2 очка дать. Ну, Милу будет не против. Но товарищ главный судья, он же по совместительству Dirty Player, вряд ли будет согласен на такое. В общем, ждем, пока Милу доходит. А вот уже, а Милу как раз-таки столько пробежал. Я думаю, да, у него есть что-то на логистику, потому что он столько много пробежал. Прям с мейна дошел до сюда. И у него уже 20 плюсов муток. Хороша, Милуй. И мясо уже показывает больше. Вот этот Дёрти, конечно, фатальную ошибку сделал, что выпустил его. Вот это грязь. Вот это грязище. И Дёрти может просто сейчас спокойно ливать. И настолько игра перевернулась, что просто на 250%. Конечно, у Дёрти есть до сих пор еще цепуха, но там уже 20 с плюсом муток. И я думаю, пройти дальше в центр у Амилу будет гораздо хорошие шансы. Пофигу там, то, что таймера мало. Пофигу, что там надо ГО пробивать из коней на варварский респ. Ну и пофигу, что там осталось всего 5 дней. Или... А, нет, там он же мейн отжал. Ну да, останется полная неделя. Вот вам и скучная партия, в которой, казалось бы, все решено.
Хамил выбежал сейчас по песне и нас не догонят. Ну, конечно, у Дёрти есть там... А в надежде, что у Игната нету волшебки? Ну, посмотрим. Не, ну, врубать камси-камсу я не буду. Все-таки нужно иметь приличие. И... Не болеть же за Амилуэ. А быть нейтральным к обоим оппонентам. Адмирал Ред Вайт, подпольная кличка черданцев. Чатик болеет, а тебе что, вера не позволяет? Экран не показываешь, песню не включаешь, это похоже на бунт. Ну... Ну вот так. Я не то чтобы не болею за Милу. Я, скажем так, нейтрален к тому, кто выиграет в этой партии. Скажем так. Было бы хорошо, если бы они оба призы вошли, но жеребьевка такая штука, что уже не получится. Киньте идею о дополнительной очке за самую красивую победу в турнире, вдруг прокнет. Вряд ли, вряд ли. Турнир все-таки серьезный, а не фановый. Ну, плюс еще Амилу не победил, и плюс еще уже были довольно красивые игры и у Таганаша с Фальконом, где Фалькон просто эпично снял мухой просто бешенство с ангелов Таганаша. Была очень потная финалка у Лаки Макиавелли. Так что тут еще... Я думаю, это не последняя интересная игра, за которой мы наблюдаем на этом турнире. Как Фалькон выиграл у Таганаша, накрыл его в замке с ифритами грежными, птичками огненными, а у Таганаша... Был герой без артефактов. У него там мейн с мясом, но артефакты он, я так понимаю, где-то оставил. И там просто магией шатал там всех скелетов, которые были. А расскажи историю про мухи Таганаша. Кто без слышал? Зачем? А, финалка, в общем... Таганаша против Фалькона. Это можно посмотреть на у Зефира вполне на Твиче. Или у Зефира, или у Фреша. Там запись-то, я думаю, осталась. Хотя у Фреша, может быть, нет, а вот у Зефира вполне возможно. В общем, Таганаш просто первым своим действием делает френзи на бешенство на своих 18 ангелов и просто врезается в уток. А ты что, комментируешь?
А зачем? А ты не хотел сюда больше приходить? Да, я ну, грязь да, делал. Ну а что тогда пришел сюда? Грязь делать. В итоге и врезается в уток. Там остается 4 утки. И что-то думает Фалькон. Думает, кем бы снять ответку с этих ангелов с нулевой защитой. И в итоге снимает мухами ответку и снимает мухами Френзи. И просто там вместо нуля ангелов, которое должно было оставаться у Таганаша, потому что если бы снял он утками, которых там осталось несколько штук, то он бы врезался 400 троглодитами и своими ангелами. И от ангелов Таганаша ничего бы не осталось. А так он просто дал такую надежду Таганашу на победу, но и великолепно разыграл финалку. После этого не ошибался, там начал вовремя призывать. Таганашу пришлось терять 7 ангелов и просто отступать, даже не откупаться, потому что не было денег. В итоге там после нулевого размена, там уже Фалькон накрыл Таганаша. Под Фрэнзи так без ответки. Да то, что там 4 утки ударили в ответку, это фигня. То, что там 4 утки, это хрень. А вот то, что он мухами просто взял и снял, это Фрэнзи. Это просто был такой эпик. Сначала был эпик то, что это вообще был неправильный мув. Делать Фрэнзи и врываться в стек уток. Просто. Сначала эпик от Таганаша, а потом эпик от Фалькона. У Зефира новое слово в стриминге. Ну-ка, надо заглянуть, что там. А, слушай, там еще качество даже улучшилось с вебки-то. Почему неправильно-то? Да были там шансы Санта. Разговаривал потом, там были шансы. Итого потом понял, что... поговорив с Дёрти, понял, что там были другие шансы. О, вы видите, как горит гусяблер. А, ну это на другом стриме видят, как горит гусяблер, ладно. Дьяблер 21. А что у нас Фрэнс дает? Ну, убирается защита и повышается атака. То есть там на какой-то процент. Ну, там что-то у него случилось. Что-то случилось, видимо, в игре против Тоги. И он сгорел полностью. Так, ну ладно, у нас тут. У нас тут Хота Милуя. Мы в любом случае ждем. Ждем сейчас как раз будем смотреть, как Амилуй. Амилуй обратно бежит? Он что, вниз хочет бежать? Да, он хочет бежать вниз. Зачем? Зачем? Что ты там забыл? Как бы. Ну конечно. Как я по-другому могу объяснить?
Так, а куда он побежал-то? Не совсем понятно, куда он побежал. Так, Дёрти, стоп, это Милу отжимает у Дёрти сейчас. 24 утки. Нормально так. Надыбал. Мевка отжимает центральный. А, там же плащик отречения, вон оно чё. Там же плащик отречения. Если сейчас его забирает Амилу, Дёрти может просто... Эскейп ГГ. Неплохо сыграно. Нормальный настоящий герой. Видите, на вторую неделю уже играет. А в третьем туре те, у кого два луза и две игры не счастливы. Да, именно так, Квинта. В третьем туре они уже не участвуют. Невр, да. Забавная фотка. Молодой Напалм и молодой Хорн. Кстати, Джон снова... Я не буду это читать, потому что это спойлеры для тех, кто не смотрел вторую серию «Игры престолов». Я ее посмотрел, но, Мирак, ты нехороший человек, я никогда не любил спойлерастов. Я не буду тебя пока банить, но еще раз я это запомню. Еще раз за что-нибудь такое я уже не буду так... Ты, в общем, не отделаешься так легко. Но я удалю. Я удалю сообщение, чтобы не видели. Хотя там все уже, наверное, почитали. Народ, застрелиться можете хотя бы на минуты две? Это лучший ход тут делать. Одна-то. Да, фотку глянул. Хорошая фотка. Так, я вот только не знаю, он будет оставаться? А что, она просто... Я не понял. А, это какой-то лошок, видимо. Видимо, какой-то лошок идет на разведку. Сейчас еще здесь убьет лошка.
Дьявлер, человек справа на камере камеры. Да. Будете знать, кто вас банит. Зрители рядом с ним. А, сейчас там общая фотка. Так что я отвлекусь на какое-то время. В общем, передал я Амилую папские пожелания. Амилуй в рампорте отстроил ГМ
И как 3... ГМ-3? И как вы думаете, что нашел в третьем ГМ Амилуй? Самую папскую вещь он нашел, что он мог там найти. И самое знаменитое. Ну и он сказал, плащик он тоже нашел, но это уже не решает. Ну конечно же, это антимагия на уток. Здорово. Антимагия на уток, Карл. Ладно, смотрим. Мы беспристрастны. Конечно же. Беспристрастный адмирал ни капельки не топит. За Амилу. Поэтому смотрим, сейчас мы Дёрти, он еще, я думаю, посопротивляется. Кардан, не обобщай, не весь чатик, есть все-таки, я видел некоторых людей, которые болеют из-за Дёрти плеера. За блондиночка ходит. Это девушка одного из геройщиков Макиавелли. Голосование. Да, понятное дело, что большинство тут за такую медийную личность, как Милу, топят. Ну, я ему передал, что 300 человек передают ему всяческих моралек и удачек. Помню, смотрел гайды Dirty Player на YouTube. Да, Dirty — это один из самых старейших геройщиков, который записывал воды. Он, в принципе, можно сказать, даже первым этим начал заниматься. Тоже хочу, чтобы усатый добавил на морали, стримил побольше. Ну, сейчас эта партия, она еще ничего не дает никому из них. В любом случае будет еще как минимум один тур, в котором нужно выигрывать, чтобы побеждать, чтобы занимать призовое место. А может быть даже два тура придется выигрывать. Экран, а что с экраном? Оу-оу-оу, уехал. Сек. Что-то внезапно так случилось. А что случилось? Сейчас сек. Какая-то непонятная хрень случилась. А, Дёрти, я так понимаю, в полноэкранный режим решил зайти. Вот что случилось. Блин, ну я ничего с этим не могу сделать. Только как-то... Ну как-то увеличить, наверное, не получится. Только... Это надо, получается, как-то обрезать. Ладно, я сейчас не буду ничего делать, потому что, во-первых, ход Dirty Player'а... Во-вторых, непонятно, что как это все пойдет, а то вообще отключится, и вам вы вообще останетесь без трансляции. Терпи знал, чтобы все слова в чате занял и решил с картинки наломать. Поправил я немножечко захват. Как есть.
Сейчас править не буду уже ничего. Как там наш фитоняш гоняш? Ну, вроде как было у него не очень. Ну, там и у Гусяблера тоже не очень партии. Ну, там мы уже фанк, то есть фигня. Что-то стянуть только. В том-то дело, что вниз она никак не растягивается. То есть, а если она будет растягиваться, то она будет растягиваться в бок. Интересно, как бы ты был беспристрастен, если бы на дерте меня съебал хер. Эксбис, это слишком. Понятное дело, что тогда я бы не был так беспристрастен. А что по партии с Хеллом? Что они играют? Хелл играет не с Фальконом, Хелл играет против Lucky F, они играют 8-6. Там было преимущество у Хелла на второй неделе, как на данный момент я сказать пока не могу. А, как думаешь, кто в финале будет играть? Ну, честно говоря, я не знаю, кто будет играть в финале, потому что тут кто угодно может побить кого угодно. Ну, мне кажется, вполне может играть какой-нибудь Lucky F против Лизарда. Вполне вероятно такое. Может играть Мизраэль против Lucky F, Мизраэль против Лизарда. Ну, может играть Хеллайт против Мизраэля. То есть тут любая возможная пара может играть в финале. То есть тут все готовы играть в финале. Но в финале встретится только два человека. А может быть и будет, и может быть финала даже и не будет. По сути. То есть в следующем туре остается 3 человека, и если играющий и кому-то из этих 3 человек придется играть с одним из лузеров. И, соответственно, если он проигрывает одному из этих лузеров, то тогда вторая пара, которая виноров, там уже этот как бы полуфинал превращается в финал. И победитель тогда побеждает. Сложная система, но какая есть. Ну, очень кривая система кардана из-за того, что получилось нечетное количество игроков, и не особо их не вместить никак. 21 игрок, и как-то... Вот, как... Один день не хватил по КН, блин, я сначала в одну звезду зашел, думал... Ага, я так понимаю, Гусяблер все-таки выиграл у Таганаша. На анархии. Гусяблер, не хотите ли сказать пару слов? Что, втащил? Тащил. Красавчик. Легчайший. Чё там играть? Находишь крылья на второй неделе и всё. У нас 300 с плюсом смотрят дёрти плееры с Милушей. Во. Это самая популярная партия в СНГ, я думаю, да? Да.
Запускаем. Ну, может быть, финал будет, конечно, больше смотреть. Пустите гуся. Я думаю, партия Гейнерок интереснее партии Лудера смотрится. А, больше никто не дал. Скорпион. Ну, тут просто запускает гусей Скорпиона. Просто тут такой эпик творится вообще. Дёрти пришел, отжал мейн у Амилу на Джебусе после финалки. Амилу спрятался у себя на мейне, отжал две утопы, потом смог, ну там шлаковые, потом смог отжать мейн, выскочить в центр. Здесь в центре он нашел накидку отречения и антимагию. А у Дёрти, Салмир. Забавно. А там Мефала. Понятно. Просто Дёрти, ну, буквально там трех мувов не хватило, чтобы накрыть в мейне. Просто случается. Да, это эпично. Так, ну все, Дёрти передал ход, он идет в центр, ну и сейчас, я думаю, Амилу будет его накрывать. Хотя нет, Амилу, наверное, сейчас не успеет, потому что по бискам будет бегать. Хотя там это уже не решает, там просто антимагия на уток и ГГ для Дёрти. Но с другой стороны, там еще 200 гремлинов, надо от них как-то избавиться. Как избавиться от 200 гремлинов, пока не совсем понятно. Ну, в любом случае, 200 гремлинов. Ну, с другой стороны, Салмир вообще никакой будет. То есть, возможно, мы сейчас прям сразу увидим финалку. Ну, Пит ФЛМ не приехал, или он актив? Ну, Пит очень мало сейчас играет, почти на форме очень, тоже редко бывает. То, что, насколько мне сказали, он сейчас полностью уделяет себя другой онлайн-игре, там... Magic the Gathering, что-то в этом такое, что-то такое, как-то такое название, вроде бы там... И то мне это из третьих уст узнал это. Ну и Дёрти, по сути, посещал только пару сходок. То есть это вот в Москве мы с ним пересекались очень-очень давно. И все, по сути. И куда-то он еще заезжал. Тоже вроде бы в Москве. Так, а что с картинкой? Что с картинкой? С картинкой все в порядке. Все в порядке с картинкой. Это сейчас единственное, что я могу сделать. И до конца партии я сейчас менять уже ничего не буду. Дёрти просто, я так понимаю, вышел в полноэкранного. Играл в окне и потом переключился на полноэкранный. Поэтому пришлось поменять немножечко захват. Но сейчас я уже не буду ничего менять, исправлять, делать стоп-старты. Как есть, так есть.
Так кто там пришел? Сейчас, смотря кого вы видите. Это Айвы сел возле Амилу. Все в порядке, я не буду пока ничего менять. И то, все в порядке, и не буду ничего пока менять. Ну, не то чтобы пока, а вообще до конца этой партии. Не, кто-то приходил, со всеми пообнимался. А я что-то не заметил. Вон там еще Омилуэ и Фалькон подошел. Да. Счастливо. А, вот кто сейчас попрощался, Санта-Клаус и папашка из чатика какой-то. Вот, с длинными волосами можно как раз видеть, это Санта-Клаус. Так, а тут у нас, что у нас на стриме происходит? Амилу отжал плюс триол за чародеями. Вообще так изи, улик и триол за чародеями. Убил костяных, забирает плащик отречения. И сейчас еще и у кого-то он там еще поймал. Дёрти вырубил тимвьюер. Походу это все. Или что это было такое? А чей-то... Нет, стоп. Тимвир-то я сейчас вижу. Это он вырубил героев. Все? Насколько я понимаю. Или нет? Что он вырубил? Или он просто свернул? Я нифига не понимаю. Что это сейчас было? Сейчас пойду разведывать.
В общем, эпик. Мы типа мешаем Дёрти, и он решил отрубить нам стрим. Негодяй такой. Сейчас тогда я что-нибудь... А это... А, все, это диаблеры, я так понимаю, старые. Но это можно закрывать. Так, ладно, вот, смотрите тогда. А, отрубили вебку почему-то. Как все печально-то? Как все печально-то, Дёрти, какой негодяй. Сейчас тогда пойду. Посмотрю, что у Милу, я скажу, как. Слушай, а что с этой? Если сейчас Зефир вернет вам Амилу, будете боготворить его до конца своей жизни. В общем, Амилу, ну, в принципе, доходил свой ход, забрал плюс 3 ола, забрал плащ к отречению и засел в замке, я так понимаю. Включите свет, кушать не видно. 250 человек тут били, ну и нахрен, да, блин. Сейчас Амилу встал, сейчас что-то попробуем сделать. Пока ходит Dirty Player, сейчас кому-то к Амилу попробуем, может, подрубиться.
Так, сейчас могу вам врубить. А вы все? Кость. А вы все? Все. Ну вот. Все. Дёрти сдался. Так, сейчас. Миш, ну теперь-то на пару слов зайди хоть. Триста 350 человек было, когда Дёрти нас отключил. Ну вообще эпичнейшая партия. Амил, красавчик, по красоте затащил. Это было круто. Пока лучшая партия этого турнира. Короче, я не знаю, это было что-то. Да. Это были сопли. Рука тянулась сдаться. Просто дичь. Очень фартануло на утопы. Если бы первая не была единичкой, ничего бы не вышло. Вторая тоже единичка или двойка только бралась. Очень проперло, что на статы дали в первой же утопе. Ну, то есть, вот, если бы с утопом не прошло, то вообще бы не прошло. Ну, что я могу сказать? Эпик. Просто эпик. Я очень доволен. Там ребята тоже очень рады за меня. Там как раз не хватало три буквально мува, чтобы дёрти, чтобы дойти до... Когда сидел в инферно в мейне. Это просто он ошибся, он... Побежал, блин, на эти три мува, у него оставались три мува как раз. Я расставил перед там, этим. Короче, героев 5 просто чтобы, ну, чтобы он мувы потратил на это. То есть, если бы он не тратил мувы, он спокойно до меня дотягивался, и он убил ровно вот тех героев, которые были для того, чтобы его отвлечь. И не убил тех, которые в цепи стояли на улик. То есть, он потратил мувы ровно вот на заманухи только, и из этого не дошел. И потом еще в конце он мог загородить мне дорогу, тоже не факт бы, что я дотянулся до мейна. А он вместо этого пошел дальше по дорожке и освободил мне проход. Это... Ну да, да, да. Вот как раз такие, да. Он сделал все, чтобы я добежал до города. Он, видимо, не ожидал просто, что у меня может быть 2900 мувов. Ну, вот попробовался, какие перчи. А я вот просто в начале стрима не увидел, была ли у тебя там лога и сапоги. Логи не было, сапоги довольно рано появились. Перчатки потом уже вот после того, как меня убили, я там начал центр добирать, и кто-то там у меня нашел перчатки. И когда я брал утопу уже, вот тогда соединился арты, у меня были уже и перчатки, и сапоги, там все нормально. Ну да, потому что бегал ты тоже. Хотя у Дёрти тоже вроде бы сам не получил логистику, еще и там сапоги были. Ну я видел, что у него мулов дофига, я как бы даже не сомневался, что он до меня дотянется, если целенаправленно получит. У меня еще были надежды, что вот я поставил цепь на улик, что он... просмотром воздуха посмотрит и подумает, что я по бездороге прячу мейн. Я тоже сначала подумал, что как раз ты увел по бездороге его, а не по дороге. Я затаил дыхание, я сижу, смотрю, блин, куда он побежит, по дороге к Мефе или направо по бездороге. Он бежит туда, куда нужно, и я такой, блядь, не хватает мув. Ну, в общем,
сопли. Вообще просто ничего. Эпичнейшая партия. И утопа, конечно, говёные завезли. Ну как говёные? Ну 5 ол и 2 кольца, ну... Нет, когда хотелось бы красный шар. 5 ол в первой утопе — это ровно то, что нужно было. Если бы не было статов, я бы дальше ничего уже не сделал, ничего не пробил. Красный шар он не вывозил, потому что я этим мясом, с теми статами, с красным шаром его не убивал. Он меня просто руками запинал. Там было, господи, 2 ангела, 3 дьявола, нихера не вывозило. А вот во второй утопе, конечно, уже говно, да, согласен. Но просто если бы первая утопа была какая-нибудь другая, вообще любая другая, хотя бы если бы она была двоечка, или если бы мне не было статов, ну, понятно, минималка то действительно... все, дальше игры уже не было. Понятно, что минималка... Лучше, утопы, я считаю, пропёрла просто нихера. Во второй, конечно, там тролло черный шар. Ну, как по-другому-то? Ну, короче, ладно. А, ну пошли вместе тогда искать алкоголь. Да. Ты же уже все теперь. Ну, как, можно немножко расслабиться. Ну, отлично, пошли. В общем, на сегодня тогда я свою трансляцию заканчиваю. Всем папашкам спасибо, кто следил, кто болел за Милу. Те, кто болели за Дёрти, не расстраивайтесь. Он тоже папашка, ну, затащит в следующий раз. Мы продолжим уже завтра болеть за Амилуя. Если же он нам даст трансляцию. Ну, в общем, все. Всем хорошего вечера. Где камера-то? С вами был сегодня весь день Адмирал Ред Вайт. Пора уже и мне немного отдохнуть. И чего и вам желаю.